Фух, 210-й стрим Wings of V. И 22-я часть. И дурацкий Сол Грин со своей дурацкой игрой просто. Надо уже добивать эту срань. И, ну, конечно же, я не добью на этом стриме, но надо хотя бы этот дурацкий момент пройти просто. Я бы стримил бы целый день бы это, да, может быть, даже сегодня, но просто понимаете, невозможно. То есть я уже чувствовал, что через... Сколько я стримил, по-моему, 3 часа, да, сегодня? Я понял, что к концу 3 часов мне уже тяжело контролировать свои эмоции. А это как бы уже плохой признак. Привет, Индивис, привет, Ксенрир. И я тут нашел занимательную статистику. Значит, смотрите. Первого босса в этой игре, напомню, кто это Мьюги, вот это вот, типа, как ее, демоница, да, такая девушка-демон. Ее прошло, судя по ачивкам, да, статистика ачивок, всего лишь 59% игроков. Представляете, первого босса в игре прошло 59% игроков, которые ее купили в Стиме. Всего лишь первого босса. А сестер орков, которых я вот прошел недавно, прошло 4,7% игроков из всех, кто купил игру. А последнего босса, знаете, сколько убило? 2,8%. 2,8% игроков прошли эту игру спустя почти год от релиза. Это вообще нормально? То есть я, например, сейчас в тех 5% игроков, которые прошли сестер орков. Причем речь не идет о Mortal моде. Можно на ангел моде. Я не знаю, почему так. Но статистика, она есть статистика. Конечно, не в счет пиратки, да, понятно, но. Да, среди, как бы наоборот, пиратку, ладно. Ты типа, ну, скачал, поиграл, не понравилось, удалил и все, да. А тут, ну, хоть и дешевая игра, но все равно ты как-то ее купил. Но... Больших распродаж не было по Wings of Fee, по-моему, только 10% скидка была вроде. Так что как бы хз. Или была, не знаю. Ну вроде не было. It's bashy time. Ну что, продолжаем страдать просто на этом моменте. Босс Китти. Боша. Ну, а вообще так с Мегамена, конечно. Да чё ты не попадаешь-то? Ну да, Китти давно была. А все потому, что ты больше всего этот раз прошел. Да что ты делаешь? А я не понял, а Twitch работает? Вроде должен работать. Лол. Ня, хел. Да убивайся ты, но такой не очень.
Дэмит. Да ты чё, не умер что ли? Да как так-то? Ну почему-то не... Такое недальнобойное оружие, просто ужас. Что? Мне кажется, что... А, не, все нормально, да? Не, я думал, может быть, стрим не поднялся просто. Потому что я когда открывал, почему-то там был глюк какой-то. Мне почему-то стартовый рейтинг не дали. Стоп, или может СК2 ТВ сбросили эти? Нет, странно. Просто мне, короче, 200 не дали стартовые. Почему-то. А, там, наверное, раз в сутки дают, да? А, все, я понял. Ну, походу, ну не дали 200 стартовые. Где-то уже сегодня видел. Привет, Барсенко. Да вот, что-то да, что-то не проходится. Ну ничего, мы будем, как в старые добрые времена, в Боше. Сидеть просто и страдать на одном и том же моменте, пока он просто не пройдется. Просто проходить, 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 пока не пройдется. Также раньше без проблем было, в Боше так и делали постоянно. Это сейчас что-то расслабился, что на каждом стриме прогресс какой-то. Кстати, тут, ну-ка. А, блин, все-таки. Нет, стоп. А, ну да, я вначале думал, это означает, типа, на каких сложностях можно взять ачивку. Но, короче, я об этом уже говорил, не помню где, но я, по-моему, не на стриме это говорил, да? Что вот эти вот ачивки, которые пройти босса без урона, да? Если их можно взять на ангел моде, то я тогда открою в этой игре все ачивки на стрим. Да, очень сложно, потому что я на геймпаде играю. Нет, почему не надо три раза игру проходить? Привет, Владислав. Один раз на Мортале пройду, на Мортале же соберу все секретки, тут можно верно возвращаться. Вот, и потом... на ангел моде боссов без урона буду проходить.
Да где тут можно, ты говоришь, бить? Негде тут бить. Ну, спамить. Ну, сейчас я просто не попал, потому что она не срабатывает. Ты видишь? Ближний бой не срабатывает. Ура, убил его. И у меня осталось целый пол хп. Ну, сейчас, говорю, просто очень тоненький там этот, тоненькая микро. Дальний, он вообще не тратит здоровья у него. Практически там, это можно там 100 штук, наверное, вогнать. Да не придется. Чего ты взял, что сердце придется брать? Не придется брать. Ну, может и придется, но не обязательно. Ну, смену качества вряд ли завезут. Это, наверное, с утра просто дали, хотя, как бы, ну, это относительно, ну, да, то есть я-то на сервер стримлю, где тоже утро было, даже еще более ранее. Я думаю, от этого может зависеть. Я на Франкфурт, по-моему, стримлю. Меньше всего ачивок, в смысле? Ну, есть игры без ачивок. Так и что, пророк? И что, что я видел, что наверху? Так говоришь, как будто бы без урона нельзя пройти, или типа того. Сердечко очень сложно брать. Я лучше без урона найду тактики. Или там, ну... Ну, короче, выкручусь как-нибудь. Ну, давай попробую. Три не знаю. А, ну да. В Steam не знаю, в Xbox Live знаю. Мне я в такой игре одной открыл все ачивки. Вот срань. Так. Сколько их там? Кошмар. Да смотри, сколько хп принес. Не две козявки, а три. Какой две? Три. Где микрит? Ты смеешься, где там микрит? Ты там видел, какое пространство? Микрит, он говорит мне. Лол. Я, конечно, могу прыгнуть, но я подумал, что я козявок убью, потом начну микрить. Потому что они мне не дали бы микрить. Там вот такое пространство, а они вот так летают. Ну, а Early Access, значит, они еще не добавили просто Индивис. Они же потом добавляют.
Если бы там был только червяк, то изи микрить. Но там козявки, которые не микрятся, когда они толпой. Они не микрятся, когда они толпой. Я не знаю, как это надумит моды проходить, но просто вот, ну честно, не знаю. То есть не то, чтобы там сложно, да, я вообще не представляю. Потому что, ну, три козявки еще и с червем, но это не микрится, ну просто, ну никак. Я не знаю, как это... Нет, не главное червями крить, пророк. С чего ты взял? Они тратят столько же здоровья. И их много. Просто их легче убить, ну, по крайней мере, по одному. Но тратят они столько же. А чё за игра? Остаться? А что за игра такая? А что за Тузумун? Ну я почти понял, как первого червя микрить. Понятно. А, Маж Айл. А какой жанр хоть? Моба? Вряд ли есть. Так, да, хз, вы ударите игры ему, да, и думаете, о, он теперь будет все ачивки открывать. Этого же не будет, ну вы же понимаете. Ну, да, он начнет это делать, но он же никогда не откроет все ачивки, да, в этих играх. То есть он просто поиграет в них, там, скажет, типа, ну ок, я отложу, попозже буду. Но в итоге, ну, это отложится на годы, и, ну, как бы, то есть это я... Не говорю, что там он такой не очень или что-то, но просто это объективность, но... Но не будет он играть 1000 часов в какую-то игру на стрим. Ну, тем более не в одну, а в каждую.
Никто пройти не может? Что за игра? Да ладно. В Тиме игра, которую никто и пройти не может? Что-то я как-то сомневаюсь. Не, ну хотя если она вышла месяц назад, то ладно. Не, ну просто он физически не сможет это сделать, ну. Это как бы. Ну это и понятно, и так. Ну, РПГ? Ну, да. Вертел я этого червя. Блин, не попал. Ну, он не будет на стриме открывать те, где там, типа, на, убить там миллион зомби там, да? Но те, которые такие на прохождение, явно будут на стрим. И их-то их хватит, чтобы их не открыть. Даже те, которые на стрим надо. А, Dungeon Crawl. О, это такая срань, в которую Брим играет. Пека. Я такое вообще не воспринимаю. Ну, я не понимаю это как игры. Так все-таки ты прошел, ты говоришь, никто не мог пройти. Впервые я взял аптечку. Ну, в смысле, взял и вышел оттуда. Правда, выходить некуда было. Блин, что-то у меня глаза устали за сегодня. Я не могу постоянно как-то они... Прям уже не могу смотреть. А, много прошли все-таки. Не, просто так сказал, никто не может пройти. Я думал, вообще там в Стиме, типа, никто не может пройти. Вы видели? Она сама шла.
Мне интересно, на Wings of Fee есть комментарии, мол, типа, пипец, какая сложная, там, невозможно пройти, что-нибудь такое. О, прям большая разница, пророк, ну охренеть. Только козявок там три, а червь один, если чё. Да, вот это я тут нафармил. Просто последний уровень, контраст по сравнению с другими. Селгрин постарался. Тяжеловато, конечно, его без урона все равно проходить. Привет, Тирован. Боши это боши, но это и печалит. Ну как печалит? Поджигает. Да почему-то не прыгнула, но пару управления не срабатывает, это тоже, конечно, такая явно какая-то багулечка, походу. Ну, потому что, ну, я даже без шуток говорю, потому что, ну, вот порой редко-редко, но бывает, что не срабатывает управление. Но редко, ну, как бы я тут не спорю, что редко, но это явно случается. Ну, либо, может быть, у меня с геймпадом проблема, я, конечно, тут тоже не могу точно знать.
Что-то вообще не то сделал. Да срань. Боже, давай помогаю. Чё ты стоишь? Прыгает что-то. Да что ж такое? Так вот именно, боже, это не Гасли, он тут сам больше мог бы всех замочить. Просто всех без урона причем. Но это, походу, уже больше на пенсии. Так, просто в качестве советника выступает. Слышите, только чертыхается постоянно. Damage, что-то там. So fucking close. Но ничего внятного не может сказать даже. А ведь когда-то он Солгрина убил. Я две платформы разрушил. Я вроде на одну только вставал. Да почему он неправильно полетел? Блин, а вот представьте. Жесть, а на Hellspawn. Вот есть Hellspawn мод, да? И там ведь, хоть и там 400% здоровья, но там надо, но платформы-то не возобновятся. Пипец. И, то есть получается один раз упал с платформы и игру сначала. Причем, заметьте, когда Ви погибает, больше не погибает. То есть ему вообще пофигу, на что, что с Ви происходит. Он наблюдатель. Да что-то... Да почему он не убивается? Не знаю, он упорот просто. В дугу. А там вообще, да, то есть нету сейва вообще, то есть им как impossible. Жесть. Порш. Не, ну конечно по сравнению с всякими гаями на impossible, тут хотя бы право на ошибку есть. Ну, в большинстве моментов. Ну, то есть урон получаешь, да, причем немало. Ну, довольно много урона можно получить, особенно если на ангел моде там. Но вот такие моменты, ну блин. Целую игру бежать и чтобы этот момент пытаться пройти с первой попытки. Да я думаю, никто не пытается. А, ВГН есть на максимальной сложности на ютубе?
Ладно, прыгаю, наверное, сразу на среднюю платформу. Вот если бы сейчас хотя бы один раз, вот сейчас бы червь пролетел бы мимо, если бы я выжил, я бы его закрутил. Но он слишком суров. Блин, да там даже сейва нету. Там даже сейва нету впереди. И там еще ну, такой, конечно, легкий, но все равно дурацкий прыжок, на котором можно истрить все-таки. Вы посмотрите, это там опасненький такой достаточно. Ну, из-за того, что сейф настолько далеко, он все равно опасненьким выглядит. Ты делаешь, ты закрутись нормально. Чё ты как этот какой-то пельмень крутишься? Вот. Ну как-то хреново. Mortal Hellspawn. Ядрить. Сол Грин, наверное, смотрит и просто говорит, чё, люди это реально проходят, так и думают, чё за фигня, я по приколу поржать сделал, короче. Привет, Дефендер! Ты смотри, ты видишь у меня сколько смертей на этом уровне? 1264 смерти. 4 часа. И из этих 4 часов я около 3 часов сижу на одном сейве на вот этом. На одном сейве сижу. 3 часа. И около 1000 смертей тут у меня на одном сейве. И Дефендер. На Ангел моде уже посмотрели этот момент точно такой же. Но рады, что враги слабее, естественно. Но он такой же, то есть облачков нету, и сейвов нет дополнительно. Я уже дропал стрим на этом, потому что уже, ну, совсем тепло было. Так что не знаю, насколько тебя спасет Ангел мод в данном случае. Но на Mortal моде что-то прям вообще. Ну вот прям вот да, вот именно вот вообще. Не заметил, что мелкий выжил. Ну, у меня не хватит, конечно, здоровья. Ну, понятно. Надо было хоть внизу упасть, проверить, вдруг там секретка. Но я больше 2 часов где-то перерыва продолжил. Разочаровало? Наверное, потому что Ангел мод слишком простой. Надо было, ну то есть, ты думаешь, что чем легче, тем интереснее играть, но ты не прав, наверное. То есть из-за того, что так легко, и тебе поэтому не так интересно. Мне кажется, больше бы тоже было бы неинтересно на ЕЗ, если бы ты проходил первый раз. Все какое-то
не такое. Привет, Жестоп сервер, кстати. И Дефендер, я не помню, поздоровался или нет. Перехитрил? Баги? Вообще, эту же игру уже на Games Don't Quick спидранили, но я не смотрел, разумеется. Привет, Теркил. С днем рождения, Теркил, кстати, да, с днем рождения все тортики ставим. У кого там завалялись тортики в холодильнике. Да ладно, но лол. Ну чё ты, Аркил, ты решил стримером стать? Или не решил? Интересно, а что символизирует, вот, почему за демон мод жируху дают? Ну... Ну, то есть, как бы, ну, какая логика в этом? Я не очень понимаю. То есть, какая-то шутка, но я вот что-то не могу уловить тонкости юмора. Блин, у меня так было много здоровья. Думаешь, Владислав, в этом шутка? Ну, конечно, есть какой-то смысл, но как-то не очень, по-моему, смешно. Ну, окей, ладно. Почти, зачем я прыгнул? Зачем я прыгнул? Еще 6 января был пройден. Ни хрена себе. Не, ну на самом деле, как бы, даже вот хоть и Defender, я хоть и говорю, да, то, что
там пипецкие сложные моменты, прям вообще горит, да? Но все равно, ты же видишь, 45 часов всего лишь, а уже конец игры. То есть, как бы, ну, в Боше, да, я проходил 140 часов. Ну, то есть, все-таки, да, ну, хоть и да, очень горит и очень плотно, но все-таки это не Боше на Average, это быстрее проходится, как видишь, 3 раза. Ну, я не знаю, сколько я на последнем боссе буду сидеть, но что-то, по-моему, так, я насколько слышал, он не такой уж и плотный. Так что, ну, то есть ты, в принципе, можешь не прям уж бояться Mortal мода, тем более после Ангел мода. Ну, то есть я не думаю, что тебе стоит из-за этого отказываться именно, если, ну, из-за того, что, типа, якобы может быть сложно что-то слишком. Да нет, с твоими 6 там часовыми стримами ты быстро пройдешь. Стримов за 10, наверное. Особенно вот когда ты проходил эти свои уровни, я сравнивал. Да, вот я помню моменты некоторые, как очень-очень-очень-очень потные, да? Вот. А как бы, ну, а в реальности я смотрю свои воды, ну, там, 20 минут сидел на сейве. Типа сейв, который я помню, что очень-очень сложный, да? Смотрю, в реальности там 20 минут на нем сидел. Ну, 20 минут, по-моему, это не так уж и много. Вспомнить Боши там на 10-м мире, да? Сколько там на некоторые сейвы тратилось времени? Игра не понравилась. Не, ну твое дело, конечно. Правда, ты уже вроде сказал, что на Мортаре будешь проходить-то. Когда, ну, так удивился, что, ну, моим фразам, да, мол, я же говорю, что ты вроде говорил, может быть, будешь проходить, а ты опроверг, сказал, что точно будешь проходить. Я лично удивился, ты вроде раньше не говорил, что точно будешь после ангел мода. Ой, я платформу обе разрушил. А чем она именно тебе не понравилась? Вроде нормальная игра так-то. Ну, не знаю, в принципе. Есть, конечно, недостатки, я не спорю, но, по-моему, разок на Mortal моде пройти нормально. Да, и без дабл шифта играл. Это очень, конечно, тоже усугубило. Ну а ты что, не видишь, что я дабл шифт использую? Да блин.
Не в теме. Ну ты же не играл в эту игру. А, по спидрану-то фиг поймешь, так-то тоже. Блин, да запрыгни ты туда, ну. Кстати, Фабино, привет. Да блин. Ладно, такой, говорит, посижу, так уж и быть. Всем привет. Ну, давайте. Посидите, топ-стример. Да, лоль. Ну да, еще и посмотрю даже, да. Да ладно, Фабино, я понял. Ну и держите пару сообщений в чат. Не знаю, а птичку что ли все-таки пытаться брать? Ну лол, ну я хэзэ, ну... Не, что-то много здоровья, хочу так попробовать. Ну лол, ну удаляй. Эссел Грин. Но только это ни хрена не выгодно, Дивис. А чем это выгодно? Мне еще больше врагов на один экран, чтобы сделать? Просто на хеллспауне понятно зачем, чтобы не упасть. А здесь-то мне зачем? Ну а смысл? Нет.
Я туда уже не запрыгнул бы. Да нет, тут нереально выжить. Ну, это жесть. Это надо все-таки нормально убивать. Да что же он летает-то, как попало? Что происходит? Лол. Ну удаляй, ну нормально же было. Ты помнишь, как ты сдох? Нормас. Да что такое? Час? Нет, я просто час не смогу бежать. И уж помните, это точно не буду. Чё я делаю? У меня аж почти полная.
Лол. Ну, такая неловкая ситуация. Ну, такая неловкая ситуация. Ну, потому что я уже чувствовал, что я падал. Я бы сейчас упал бы, и мне пришлось запустить багулю. Ну хорошо, да, было, но... Там, как бы, я не могу четко пока скоординировать свои действия на этом скелете. А в той заварухе там уже просто был бесперспективняк практически. Ну я бы надеялся просто на большое количество ХП, но... Ну ладно, сейчас пройду. Ну, не знаю когда, но пройду. Понял, да, Фабино? Проиграл первый тур фабрики, и ты теперь ничего. Да ну задел ты, а, ты хорош. А, подожди, ты сегодня уже в шкалке был? А, прям 1 сентября? А у нас 1 сентября... Не помню, чтобы когда-нибудь были занятия в универе. Да, что-то как-то стрёмно, что первого уже лекция. Кстати, Фабино, ну так, просто, может быть, отчасти в тему. Я в этой игре, скорее всего, буду все ачивки открывать на стрим, потому что вроде бы все реалистичные. 6000 смертей. А чё молодец-то? Как-то это не в тему ты написал. Я не понял, это к какому сообщению относилось? Тоже лекции были? Да вы чё, 1 сентября лекция? Ну, говорить, молодец за то, что я что-то собрался делать. Ну, давай я скажу, что я хочу пройти Камилию 3. Ты тоже скажешь, молодец.
Наверное, все-таки вначале надо сделать, а потом уже хвалить. Почему лабы? Я вообще не понял, что у меня 1 сентября когда-то было что-то учебное. Максимум там объясняет, что к чему, и все. А то и просто забивают. Может быть, я просто уже забыл. Ну ладно. Привет, АВС-мир. Нет, поменялось. Я уже несколько раз доходил. Я уже даже один раз убил червя там, наверху справа. Но он меня тоже убил. Может, времена поменялись? Так, блин, я сейчас себя почувствовал, как будто мне 100 лет. Времена уже не те. 1 сентября лекции. А, Восьмир, а ты еще в школе учишься? Физра. Ну да, физра в универе это такое, конечно, специфическое, по крайней мере, у меня было. Ну, я хз, короче, не знаю. Вокруг универа ходили. Не, я для зачета в первых семестрах мне просто так 3 ставили, ну, за то, что я ходил на каждую пару, но как бы ничего мы там особо практически не делали. Ну, кто хотел, тот там, ну, качался, что хотел, делал. А потом, как бы, стало все хуже, уже пришлось коньяк покупать. Но я когда в школе 9 класс заканчивал, у нас ЕГЭ был, бета-версия. Именно ЕГЭ, а не ГИА, как сейчас. Ну и в 11 классе, разумеется, тоже. Нет, ну, нет, ну у нас тоже можно, нет, некоторые просто, да, сдавали все нормативы, бегали 5 километров, там, на лыжах, все, короче, все нормативы сдавали, естественно, они получали пятерки, ну, в смысле, зачеты, а, ну, в конце пятерку, когда последний семестр, ну, это да, но, как бы, я не спортивный человек, так что...
Ты не понимаешь, по физике семинар, Ксенрир? Ты чё, упоролся? Ну по физике ты чё? Элементарно. Наоборот, я, по-моему, по гуманитарным с трудом могу понять. Да, у нас была упрощенная, но меня не взяли. Хотя я мог промашнить, но я об этом понял уже поздно. Ну по физике элементарно, как бы, семинары, то есть там всякие уравнения, там, ну как там, ну ты знаешь, физические всякие штуки там ты на практике выводишь, законы там, ну я не понял, ну сейчас не хочу думать, ну короче ты понял, расписываешь все умения свои. Ну да, вот задача. Семинары по физкультуре? В девятом классе? В девятом классе... Ну там химия какая-то начинается такая с физикой, вроде, ну относительно серьезная, ну для школы. Алгебра, вот я помню, в 10-м начинается сложная с геометрией. А так, я не помню, что в 9-м классе. Биология вообще элементарная. Не знаю, ничего там не было сложного. Может быть, история чуть более запутанная, потому что подробностей уже больше. Ну, чем позже история, тем больше подробностей. И тем сложнее во всем разобраться, по идее. Потому что у нас, к сожалению, историю не умеет преподавать никто практически. Потому что это очень нужен большой талант. Чтобы преподавать историю так, чтобы это было интересно. Ну, я хотел взять, попытаться. Ну, я вообще с дипломом магистра, но... Пока сам диплом мне не понадобился, но зато... То, что я учился, мне сильно помогло. Хотя сама корочка, да, корочка сама лежит, но... Привет, Торыч. Ну не, ну куда, ну... Взял меня, скинул. Да химики это, да, это редко довольно, когда хороший химик, так что тут Фабино, ты можешь промашниться неплохо потом. А, ну если хороший историк, ну обесмер, значит тебе повезло, да. Но это довольно далеко-далеко редко бывает достаточно. Ну, пророк, значит опять же, у тебя, значит, плохо все сделали. Античность тоже надо изучать, это в начальных классах изучают, в 5-м, по-моему, или с 6-го начинается, а история Отечества это отдельный предмет, как бы, вообще-то. Вот. Но, короче, это потому, что плохо очень организовывать. Ты представь, с современными технологиями, с компьютерной графикой и прочим, ты представь, насколько можно сделать офигенскую историю. Можно воссоздать любые события, показать с любого ракурса, там, да, и так далее, там, как там, не знаю, царя свергали, там, как там забегали к нему, там, не знаю, там, еще что-то, да. Ну, ты прикинь, это можно так классно сделать, но это дорого и, ну, как-то вот пока этого не делают почему-то. Причем не только в России, этого нигде я пока не видел вроде. Ну, какие-то отрывки есть, но вот чтобы целая программа, я такого не видел.
Ну, история, как бы ее нужно знать, как минимум, для того, чтобы знать, какие ошибки совершало человечество и какие не надо повторять. И даже не важно, что ты там, не знаю, не вершишь историю и так далее, да? Но я думаю, в детстве никто не знает, что там кем-то станет или не станет. Поэтому такое надо знать. К тому же, даже вот, например, а вдруг ты захочешь там разобраться, скажем, в современной политике, да? И как бы и мироустройстве. А чтобы это понять, почему все именно так, а не иначе, да? Почему там один народ, например, ненавидит другой народ? Или почему один народ там, наоборот, как-то под влиянием другого народа, да? Как бы, какие исторические были предпосылки? То есть, ну, это же все, как бы, это же жизненно достаточно. Ты, конечно, можешь попытаться от этого абстрагироваться и просто там ездить, не знаю, в Амстердам там и курить какую-нибудь травку, да, но это как бы уже такое, для каждого свое, как говорится. Так смотри, Тор, да, Бородино моделили, но понимаешь, это всего лишь один момент. А я говорю про весь курс. Там вот, когда я помню, вот у нас в истории преподавали, там были скучные учебники, каждый урок говорили, вот к следующему уроку учите вот этот параграф там 27, к следующему уроку учите параграф 28 и пересказывайте. Охренеть, как интересно и занимательно, да, я просто мечтал всегда учить какие-то параграфы. Но это просто было, особенно в школе. То есть сейчас я хотя бы мог бы понимать, что, допустим, да, надо это просто вчитаться, и там интересно что-то пишут. Но в школе мне этого совсем не хотелось делать, потому что мне хотелось там, я не знаю, в Денди поиграть дома, с друзьями там что-нибудь погонять там, да. Но как бы если бы интересно показали, например, вот биология, у меня был интересный преподаватель, и биология меня заинтересовала. Я даже думал в сторону биологии пойти, начали учиться, но потом, ну, все-таки, ну, как бы, компьютеры меня переманили. Как бы, то есть потому что интересно заинтересовали. А когда говорят просто там выучи следующий параграф, то это косяк. Девочки за косичек дергать. Что там понаписали, блин, я много пропустил сейчас. Ну вот то, что учителя говорили, то, что мы долго мусолим древний мир, поэтому не успеваем, да, у меня тоже такое было. И тут как бы виноваты, ну, и те, но больше, конечно, учителя. Потому что понятно, что все школьники ленивы и так далее, но почему так туго идет? Потому что так туго преподают. То есть, это вот. Или почему BMW лучше, чем вас, хотя вроде как мы победили Германию. Кстати, вот даже без шуток, да, вот, серьезно, это же тоже интересная вещь. Это же просто жизнь вокруг, это вот, это же просто вокруг нас все. И даты учить, да, вот даты учить, это просто фейспалм. Какие даты, лол, там еще такие года какие-то непонятные, это вообще просто срань. Нет, ну кому-то да, может быть и даже даты интересно, но это кто уже, видимо, совсем этим интересуется. Но как бы даты это такое. Все-таки, ну, когда ты это сплошняком учишь, то тяжело даты все запомнить. Ну, законодательного обязательства знать историю древнего мира нету, но есть законодательное обязательство закончить школу. Ну, Тор, да, очень долго затратно, но представь, какой будет результат. Это же будет прекрасно, просто это прекрасно будет. Но да, это, ну как бы пусть коммерчески кто-нибудь позапилил бы, хотя бы для одного курса, для одного класса. И продавал бы это, не знаю, ну, какое-нибудь государство бы докупило. Не обязательно в Россию, можно в Россию, можно в другие страны. Ну, можно перевести на несколько языков. Это, ну, не знаю, это очень классное на самом деле направление. Это не заполненная ниша. На этой нише можно даже денег очень круто поднять. Но надо, естественно, сознанием дела подходить и, ну, как бы,
для тех, кто умеет такими вещами заниматься. А, Владислав, самое смешное, что я плохо знаю историю. Ну, даты, ну не знаю, но даты такое, конечно. Даты все-таки это сухие цифры, как бы, на любителя. Доты учит. Прямой доступ на файл? Не знаю, у меня свое облако FTP Defender. Ну, Владислав, давай, надо сделать хоть что-то, да? Это лучше, чем бумажная книга. Ну, как бы... То есть, ты сделай хотя бы это. Просто проектор, он не дает никакого интерактива. Проектор, он просто позволяет показать больше картинок. И, ну, как бы, просто в электронном виде все. Но он интерактива-то, по сути, не дает. Ну, в смысле, не, ну как? Ну, я имею в виду, если книгу на проектор выводить. Если на проектор выводить то, что о чем я говорил, то понятно. А, Яндекс.Диск разве прямую ссылку дает? Он не дает прямой ссылки. Ну, только после, ну, то есть... Ну, короче, постоянно же не дает он прямой ссылки. Да, Инферно, ну а чё? А, ну, Владислав, ну, потому что... Опять же, смотри... Ты путаешь поиск информации и изучение ее по курсу. Поиск вообще в базе данных самый удобный, а не по книге. Но, Пророк, это ты уже о других вещах совсем говоришь. Я, допустим, не спорю, что, может быть, специализацию в школе там, ну, это спорно с какого класса, да, но... Может быть, это и хорошая там затея, может плохая, не знаю. Но мы сейчас вообще не об этом говорим. Но уж точно не нужно... Если ты, скажем, хочешь быть технарем, это не значит, что тебе не надо историю преподавать. Но это точно тебе скажу. Да, вот, Тор, вот, ты понял фишку? Это же, прикинь, это же будет интересно всем школьникам. Это же классно. Даже если там не будет каких-то прям, ну... Ну, может быть, как бы то, что там прям всем сесть в танчик, не знаю, я думаю, все-таки перебор, ну... Потому что слишком уж это круто, ну, дорого, да? Но хотя бы повертеть камеру при событиях активных, где там кто-то, ну, боты управляют этими танками и так далее, да? Повертеть камеру там. Может быть, послушать разговоры там командиров. Блин, ну, это же, ну, я в школе о таком мечтать только мог. Мы же не на диктанте, вот. Вы французский язык изучаете? Нет, я... Не-не-не, Пророк, да, ты не можешь решать, изучать тебе древнего мира, средневековья или современный. Ты должен все это изучить. В общих чертах, то есть на уровне школьной программы, ты это должен знать. Иначе, ну как бы, это фейл. Да, вот где-то с 11 или с 10 класса ты уже можешь
понять примерно, что тебе нужно. Я, например, понял, на какую хочу специальность где-то с 11 класса. Вот серьезно, в 10 классе меня бы спросили, я бы сказал бы ХЗ. Назвал бы 2-3 специальности, и как ни странно, наверное, ну я бы не сказал, что компьютеры были бы среди них. А вот в 11 я внезапно понял, что мне лучше. И да, вы заметили, да, что как я начал активно разговаривать, я стал просто постоянно сливать без какого-либо прогресса. Привет, Фабино. Ну, Пророк, это мы возвращаемся к тому, с чего начали разговор. Потому что историю хреново преподают. Да, и вот я очень много пробелов по истории я заполнил после школы. Потому что мне просто внезапно это стало интересно. Ну, так как это всплыло в каком-то разговоре. Или была отсылка в какой-то компьютерной игре. И так далее. А я не знаю, в чем прикол. Или в каком-то фильме. Там... Ну лол, а я не знаю. И в итоге я это просто уже потом читал на всяких википедиях там и прочем. Не знал о существовании до того, как приемка пошел. Нет, я все-таки приемку уже целенаправленно шел. Я не знал название специальности, но я знал, на что я хочу. Ну, то есть, примерно на что я хочу делать. Да кому твоя игра нужна? Тут история. Ну нет, Пророк, ты... Ну, как бы, конечно, министерство министерством, но преподы тоже халтурят, я тебе честно скажу. Инферно, а ты бакалавр, да, сейчас? Или ты сейчас на четвертом курсе? Райс, да, я в этом... Но я же его не прошел, почему я не должен быть в этом мире? Видишь, кто за мной бегает там? А, Алекс Вес, ну нет, у меня как бы не сложилось. У меня комп появился в 10 классе. И меня быстро затянуло, но... Все-таки только в 10 классе у меня комп появился, и то в середине. Ну, Ксенрир, ну видишь, ты заинтересовался, ты изучил, ты разобрался. А, год назад диплом получил? А сейчас что, работаешь? Ну, по специальности или что? Как вообще, чем вообще занимаешься-то? Мне вот прикол в том, что в школе, да, у меня по истории было несколько преподов, но один препод, который был всего лишь один год, я не помню, какой именно класс, то, короче, отечественная история была, когда вот эти все Борисы Годуновы, Иван Грозный, там, да, вот эти времена. И вот там препод был, он классно рассказывал очень, я все равно тройки получал. Но он рассказывал очень классно. Но просто мне уже тяжело было перестроиться. И в универе был классный препод. Но правда проблема препода была в том, что он очень классно преподавал, но он очень-очень сурово спрашивал. Так сурово, что у нас, из потока, не из группы, а из потока, только один человек сам сдал экзамен. Но зато
Он рассказывал очень классно, что я даже запомнил кое-что. Привет, Винеркил. Ну, Барсёнок, не нагнетай, я мне как бы вон вообще нормально как бы замутил себе по специальности. Ну, считаю, что почти уже скоро бизнес, надеюсь, будет свой. И мне нету каких-то богатых родителей или что-то типа того. Привет, школьникам. Что ли сдал? В смысле, что сдал? Я давно уже магистратуру закончил. Ну как давно? Забыл в каком году. В прошлом году. Ну, пророк, тебе неудачные преподы попались. Галантный век? А что это галантный век? Да, ну как бы преподы, ну, они отчасти... Бывают халтурные совсем преподы, которые, ну, совсем из-под палки как-то нехотя, да, учат. А бывают те, которые, в принципе, стараются, но как бы все равно по программе все делают. Ну, Барсенко, значит, так у тебя вышло, но как бы... Не знаю, как бы, можно долго обсуждать, почему именно у тебя так сложилось, да? Опять же, может быть, в регионах проблема, но как бы я живу не в, ну, не в регионе, я в Московской области, так что я как бы говорю за себя. Я себе все нормально нашел и не вижу проблем с работой по специальности здесь. Вообще никакой. Конечно, да, я понимаю, что в регионах другие, может быть, проблемы, но, опять же, я говорю за себя, да, за то, что я вижу у себя вокруг. Так что, как бы, как-то так. Ну, из Питера, ну, в Питере тоже, по-моему, все есть что угодно. Ну, как бы... Да, вот Just Observer, кстати, сейчас правильно написал. Как бы, если не хочешь быть каким-то непонятным изгоем, который шарит только то, что ему нравится, да, там... То есть представьте, допустим, да, вот я программист, да, и я знаю, допустим, программирование, математику, ну, допустим, там, в лучшем случае физику, да, и там устройство микропроцессоров. Но я не знаю абсолютно историю, философию, русский язык там еле-еле пишу, там, да, не читал литературу, что там еще, биологию не шарю и так далее. Ну, вы думаете, со мной будет интересно общаться? Ну, разве что таким-нибудь задротом-программистом, но не более того. Не, ну бухать в подъезде с любым нормально, я понимаю, но... лесопатолог? А, лесной ветеринар. А, ну да, ну это видишь, это такая, ну, сложная специальность, которая такая очень специфичная, как бы. Было 21 века. Так, надо сконцентрироваться на этой долбанной игре. Сколько я смертей нафармил, пока
разговаривал с вами, я вообще не потерял счет. Я настолько не контролировал игру, я, то есть, я был в чате, а это само игралось просто. Хабино, у тебя так же было на Боше? То есть я настолько забыл, что надо играть, что даже не думал об этом, сидел. Лол. Твич упал. Вы подтверждаете остальное? То как? Чё? А, он поднялся, 952 дропа. Но как бы больше дропа не идут. Ну, сейчас вроде дропов нету. Упал, все еще лежит Твич? Вроде бы по зрителям показывать, что есть. И дропов больше нет. Ну блин, потом вот. Пошёл. Отпишитесь, пожалуйста. Пошёл ли Твич? It's Bash time. Ну мимо всего пролетел. Ну, обновите, он сейчас появится сам. Просто если когда ТВ сам убирает плееры, если видит, что они офлайн. Ну, если один онлайн, а другой офлайн, то который офлайн он уберет. Ну, как бы сейчас он появится, когда ТВ допрет, что он опять онлайн. Не, он сам появится. Да, в любом случае, для тех, кто сейчас смотрит, он все равно есть. Ну, то есть, он же только если зайти заново на страницу, тогда его не будет. Почему Twitch 0 показывает? Только что были зрители, сейчас 0. Я не верю, что все разошлись. Скорее всего, какие-то неполадки. А, не, во, появились, все. Я не верю, что меня покинули зрители. Тора, а что ты хочешь постримить? Давай, я уже устал, честно. Я думал, что я пройду этот момент сейчас, но ты видишь, я тут уже сижу целый стрим. Но зато поболтали, очень неплохо. Люблю болтать, вот как бы вот так вот уютно. Да, пнуть больше не хватает. Вот Инферно, вот ты чувствуешь, что мне хочется.
Привет, файлбот. Пройден, не пройдя, в смысле? Что такое SFE? Что такое SFE и что-то платформер, который ты уже удалил? Больше на... Вот, на 5-м уровне подцепил. Сходил туда, вернулся и подцепил. А, SFE Shining Forge, что ли? Ну, Фабино, ну я не буду Warsong смотреть, ты уж извини. Но мне не нравится, я не хочу сидеть на этом. Ну, в отличие от этого... От какого-нибудь бильярда, который мне тоже не там не особо там нравился, да? Или даже Анепика, ну это что-то мне совсем как-то не в тему смотреть. Ну, Тор, пойди по стрим, тебе же нравится эта игра. Ну, я так понимаю, ты же не сначала будешь, да? Ты там вроде бы уже играл. То есть, в принципе, смысла мне смотреть нету, но как бы... Какая разница? Я же не единственный зритель был. Тор, баг и патча нету? Или чё? Чё за лол? Ну, лол, ну блин, ну так много здоровья было. Лол. И чё, Фабино, интересный сюжет? Блин, вот надо же какой момент, да, Винксус Вим? Вот до этого момента в этой игре не было ни одного другого сейва, на котором можно реально застрять. Ну вот прям вот застрять, да? Ну вот как бы там на 20 минут ладно, но вот прям вот так не было. Ну ясно, Тор. Ну забей тогда. Нет, ну я-то вообще не знаю сюжет. Ты просто скажи, тебе сюжет нравится? Или так? Больше геймплей, чем сюжет. Ну, пророк, чатик и не горит. Ну, не знаю, я лично не видел, чтобы чатик горел. Просто, ну да, такая как бы, ну, активная дискуссия, но лол, почему надо всегда говорить, что что-то горит? Крупица, ну, понятно. Значит, я совсем ничего не пропустил, потому что ради геймплея такого я точно смотреть не стану. Я уже один раз посмотрел Final Fantasy Tactics у Тора. Ну, я поржал, да, очень. Ну, я катался вот так вот по дивану со смеха. Ногами кверху валялся. Еле отдышался потом, насколько ржал. Но он, к сожалению, не допрошел ее. Блин, до сих пор вспоминаю, и улыба тянется. Санкт реквесты, ну. Да, про перевод к Сенре. Привет,
приеду, Гебастьян. Да, вообще изи саммон просто. По-моему, на этом моменте можно просто сидеть вечно. Да хорош. Ну, Тор, ну, лол. Ну, что ты начинаешь? Я как бы и раньше на всякие игры, которые мне не нравятся, я не хожу. Видишь, вон Хабино сейчас стримит какой-то, ну, извини, мне не нравится игра, да? Ну вот, и я тоже не перехожу, как бы. Дело не в стримере, дело в игре. Как бы, если игра средняя, я могу прийти ради стримера, но, как бы, если совсем мне не тянет, ну, я не могу на это смотреть. Офигенная по части сюжета Final Fantasy Tactics. Ну не знаю, ну я-то не только на один стрим видел по ней. Фиг знает. Привет, покер. Ну, когда я был на первом стриме по Варсонгу, Фабино, там как бы особо не было ради чего из-за стримера сидеть. Ты практически только игру обсуждал. Вот как я, например, с утра на Винцуфи. Я, по-моему, кроме как по игре больше ничего не говорил. И, ну, вообще у меня большинство таких стримов, да, я все-таки игровой стример, а не болтушка. Но сегодня такое, вот сейчас вот вечерком, да, тема разогрелась, но и как бы это, но это больше исключение все-таки. Нет, ну я ж тебе не осуждаю, Фабино. Нет, это нормально, когда стример обсуждает игру, которую тем более первый раз видит, да? Это я ничего плохого не говорю. Просто мне игра не интересна, поэтому мне и эти обсуждения не интересны. Ну давай, Ксенрир, удачи. Тук-тук-тук-тук-тук, Тор. Да, если игра не нравится, то да, никакой стример не спасет. Не, ну конечно, могут быть исключения, но это надо ему постараться. Не, Тор, причем, смотри, если ты Shining Force сначала начнешь, ну, то как бы, ну, может быть, я приду, ну, просто, может, она, я же не, даже не знаю, о чем она. Потому что, например, этот,
Лунар 2 я тоже совершенно не знал, что за игра, но она мне настолько понравилась, что я до сих пор ост из нее слушаю. И вспоминаю, какое было уютное прохождение. Тогда просто был самые ламповые, наверное, стримы. Сок? Ну, сок это хорошая идея. Ну, Тор, тогда желаю тебе удачи. За Тора. Привет, Базил Смит. Да лол. А, срань, какая же срань, Солгрин. Зачем ты здесь не сделал сейф? Ну, ты охренел просто. Ну, это просто ужас какой-то. Ну, это же не демон мод. И тут я заметил Боши на экране. Да, Базил Смит. Привет, Днища. Тора, во что ты хочешь сыграть в коопе? Почему наконец-то сможешь? Я 2500 поставил битрейт, кстати. Поэтому и сможешь? А, ну у меня уже это второй стрим подряд, так. Ну я думаю, дальше сейф инферно, ну лол. Ну Тор, а чё за игра-то? Может я соглашусь? Ты хотя бы предложи для начала, а потом уже говори, что никого нет. Давай так. Ну почему? Ну у меня полное почти здоровье было. Ну такой момент, просто такой момент. Я не могу уже, лол, не могу не гореть. Нет, могу, конечно, но зачем? Зачем мне гореть, если можно гореть? Да, Фабина?
Значит, реклама от Тора. После 13 числа, скорее всего, на следующих выходных, он застримит игру Дюна «Битва за Аракис». Играть будет за Фрименов с комментатором. Будет человек, который сделал этот мод. Приходите к Тору. Запишите себе в календарике. Можешь ссылку на свой канал Тор скинуть. Хотя, я думаю, все мои зрители, в принципе, наверное, практически тебя и так знают, но все-таки. Привет, Ангел Твич, еще раз. С началом ада? Ты про игру или про 1 сентября? В смысле, пророк, я не понял, а чё ты меня ждёшь-то? Ну, то есть, как бы, Боши Баттл, это не ты стримишь, да, как бы, а твои-то стримы когда будут? Привет, Декстер. Так и не прошёл, а я вот... А я вот, как видишь, на последнем уровне страдаю. Я здесь уже... Я 4,5 часа этот момент прохожу. 1300 смертей. На одном вот этом сейве. Это самый сложный момент в игре, который я видел. Самый сложный. Причем он не чуть-чуть сложнее, чем другие моменты. А в разы. Он в разы сложнее, чем все остальные моменты. Это ужас какой-то. Ну давай, много хп. Сейчас по-любому опять, да, застряну? Нет. Ну, он долго разворачивается. Значит, нечего стримить, пророк. Но это глупость какая-то, нечего стримить. Но есть миллионы игр. А у тебя только Бэтмен или квесты. Ну лол, выбери игру, которая тебе нравится. Ну что ты как это... Ну да, Индивис, про 20 минут я, ну, действительно ошибся, но ты говорил, что Гитман каждый сейв 5 часов берет. Ну, как бы, ты это сказал. Я про это говорил, что какое это чушь, я там максимум 20 минут трачу. Но про этот конкретный момент, ну да, выходит долго. Кто как праздновал 1 сентября? Целый день в Wings of Fee играю. И горю уже. 111 на только фазе стоял, ни хрена себе. Но это без турбокнопки, разумеется, да? И без Даркбоша. Давай, Тор, говори ужасные вещи. Мне уже тут хуже некуда. Только, Индивис, ни в коем случае мне не говори за тем экраном, есть сейф или нет, хорошо? То есть я должен сам увидеть, где следующий сейф. Потому что если его особенно там нету, то ты меня можешь надизморалить на дроп игры. По крайней мере, надолго его отложить, чтобы на дальнюю полку. Так что, вообще про это давай не будем.
А, я не убил эту срань. Какого фига? Рейпик на больше отвлечен. Сюда действительно отдохнуть надо больше на рейпе, да? Тор. Ну, пророк, значит, у тебя узкий кругозор по играм. Я думал, у меня узкий. Но если ты даже вообще не знаешь, на что тебе поиграть, ну, это, знаешь, как-то странно. Ладно, там Тор не знает, во что ему поиграть, потому что он же просто кучу игр переиграл за годы. Столько, что сколько нам даже не снилось. Ну, как бы, лол. Я так понял, ты вообще в мало игр, кроме Доты, играл и больше. Химия на прикладной математике. Неплохо. Да, Фабинист тот еще химик. Он же первокурсник. Второй. Ну, только вот сейчас второй начинается. Одинаковые сейвы на всех сложностях. Печалька. Но враги слабее, понимаешь? Враги слабее, а на демоне сильнее. И это жесть. Сварить металл? Да я отдыхал же, я же поел, попил чай и еще посмотрел одну серию даже в сериале, пока вот между стримами. Я нормально отдохнул, просто эта игра уже вся, ну, она просто уже неиграбельна. Не древние, не скучно, ну не знаю, ну хотя бы того же Супер Митбоя пройди. Да я сейчас буду выдыхать. Сейчас я просто остановлю стрим и... Нормально. Будут сутки, чтобы выдохнуть и передохнуть. Перезагрузить мозг. Дефрагментировать. Посмотрю какого-нибудь фабиниста дурацкого с дурацкой игрой. Или Тора с игрой, которую мне не понять. Блин, этот... Сколько там у тебя осталось в пино пройти, чтобы эту игру... Чё, Белые ночи, хоррор в стиле нуар? Это... А, это поиграть пророку, да? Я пророк, если что, я прошел Super Meat Boy на 106% на клавиатуре. И Фабино, по-моему, тоже. А Defender, ты стримить собрался? Или что? Почему такое лицо? И вот Фабино тебе советует этот Half-Life. Вот серьезно, если ты не играл во вселенную Half-Life, поиграй прям с первой части, вникая в сюжет. На русском там желательно. Там нормальный перевод.
Вот. Особенно во второй части нормальный перевод. Вообще затягивают классно. Плюс шутер, ты вроде шутер и норм так относишься. А, это шикарная игра, вся серия. А, не зашел. Биошок, ты какой проспойлерил? Поиграй в Infinite, если ты его не спойлерил. Он почти не имеет отношения никакого. Пройди этот уровень, ядрить, ну... Да, портал, да, тоже, но он, по-моему, он проходил портал. Просто, второй, по крайней мере. Ну, Defender, короче, а ты хочешь этот, да, Ви? Ну, давай это, пиши тогда, как закончишь оформление, и я захочу тебя. А, ты Stanley Parable. Не, Defender, Stanley Parable я, к сожалению, не пойду тебе смотреть, потому что... Я не хочу его спойлерить, он у меня тоже в стиме есть. Не, я не играл в Bloody Trapland, но знаю, что это такое. Так, ну, её, ну, она же в стиме, а у меня нету. Ну, я не покупал ее. Заспойлерил игру? В смысле? Не понял. Ты мне? То нет, ну пиратку, я на компе в пиратке не играю. Давно уже. Да, я зашкваренный и зажравшийся почти москвич. Но я в пиратке на ПК не играю уже давно. На Xbox, да, можно, но на ПК нет. При этом не важно, что у меня нет денег купить эту игру, но я все равно не буду пиратку играть. Да подбодрить уже поздно, ну честно, уже поздно подрить. Уже надо... Надо просто завершать. Ну вы видите, ну просто уже одно и то же, уже... Бизнесмен, да. Нет, ну еще официально нет, пророк, все-таки. Давай. Не мошни тут мне звание, или как это называется, статус. Да лоль. Конечно, вот, кстати, вот, что еще такая особенность, да? Вот если бы в Стиме не ввели бы рубли, а все было бы по-прежнему в баксах, хрен бы я стал бы на светлую сторону. Я пиратил бы по-страшному, как раньше, вот как в школе учился, да? Я, разумеется, пиратил все игры, потому что, ну, а где их купить, да? Ну, то есть на дисках как бы покупаешь, на пиратку, да, понятно, в то время. Вот. А когда Steam стал в рублях, стали адекватные цены, и... Я подумал, что, а почему не купить нормальную лицензионную игру, если она стоит вполне разумные деньги, да? Которые я могу позволить себе иногда, если игра очень хорошая. Вот, и все. А еще распродажи, как бы... Это вот Steam, он реально, когда пришел в Россию, он для меня изменил как бы все.
Ну да, Инферно. Ну, с этой точки зрения ты тоже прав. Потому что с текущим курсом я просто представляю, какие цены были бы. Представьте, да, там какая-нибудь Call of Duty новая вышла, да, она стоит 60 баксов. 60 баксов это, ну лол, сколько это сейчас в рублях? Ну я даже не хочу эту цифру называть просто. Это за игру, которая выходит каждый год. Ну хотя бы внизу я проверил. Внизу нет секретки, ребята. Там нет секретки внизу. Defender, ты можешь не проверять. Battle Block Theater. Прикольная, смешная игра. Правда, что-то у нас на стриме она как-то не заходит немножко. Видимо, не знаю, может скучновато смотреть. Может просто как-то специфично. Но играть прикольно с другом. Я не знаю, в одиночку может быть скучно будет. Но там, во-первых, прикольный сюжет. Очень, ну, такой смешной, ну, именно смешной, да? Хороший юмор такой. Вот. Ну, а так, то есть, нормально, веселый такой, коопный, чисто вот коопный, когда помогаешь друг другу, вот это классное взаимодействие идет. Ангел Твич Руса, а что? А, 25 тысяч стоит? Ну... Ну, если только в одну играть, то норм. Ну вот, смотрите, сейчас сколько стоит The Elder Scrolls Online? 4, по-моему, тысячи с чем-то, да? А ведь это всего лишь 60 баксов. Это всего 60 баксов. Это раньше была абсолютно терпимая сумма, которую можно было купить. Но за 4200 рублей игру покупать. На консоли сейчас, кстати, столько игры стоят. А не потому что не локализуют цены. Идешь в банк, берешь потребительский кредит и покупаешь игру. Ну, понимаешь, эти программы это профессиональный софт. Они предназначены для того, чтобы ты их покупаешь, и ты на них то, что делаешь работу, да, ты за нее получаешь деньги. И она с легкостью окупается. Стоимость этой программы. Там за пару месяцев она окупается просто. Вот, как бы. Это не, не такие программы не предназначены, чтобы просто для любителя, типа, купить так для себя. Чтобы побаловаться. Они просто для этого не предназначены. Как Photoshop, как Visual Studio, как там, ну, все такое вот. То есть оно просто не предназначено, чтобы вот так просто раз домой купил, как прогу какую-то, как на iPhone какой-нибудь, да, покупаешь там на свой программы. Чуть-чуть не успел, но... Любую RPG? Ну да, а чё? Да это RPG, это не сложный жанр, насколько я понял. Ну, там же по сути проиграешь нельзя, то все время с сейва начинаешь. Такой, айван это RPG. Хорошо быть пиратом, ну. Не, вот, как раз такие программы профессиональные, типа фотошопов, там, Sony Vegas и так далее. Ну, вот такие вот, которые стрёмно покупать для дома, да?
Вот против пиратства их я вообще вот как бы, ну, ничего не имею, потому что, ну, просто тупо покупать такой домой. Если ты совсем просто зажрался в хлам, да, что у тебя просто деньги из кармана сыпятся, тогда ты можешь ее купить домой и не зарабатывать на ней. Но во всех остальных случаях либо пиратство, либо ты зарабатываешь на ней. Как бы, как профессионал. Ну, потому что, ну, это такой, как бы, ну, это уже совсем покупать такой домой, это пипец. Заново начал. А, сейва, ну понятно. По Линалу, что такое Линал? Методичка на 500 страниц, неплохо. Я просто это, еще Defender, если ты еще тут. Я бы, может быть, даже поспойлерил бы себе этот Stanley Parable, да? Но как бы если бы это было обычной игрой. Ну просто ради того, чтобы ну, просто посидеть за компанию там, да? Ну, типа на стриме. Но просто, как бы, насколько я понял, эта игра, она именно, как бы, ее весь сок в том, чтобы проходить вслепую, да? Я как бы не вникал, но мне про это говорили, поэтому, ну, как бы тут. Либо ты ее смотришь на стриме, либо проходишь, иначе потом проходить неинтересно. Вот я так понял. Хотя я не знаю сути игры, но мне вот так объясняли. Да что ж такое, ну. Как ты относишься к пиратству игр вообще? Я сам раньше орал, мол, воровать игры плохо, нужно оплачивать труд людей и прочее, но по сути ты же не крадешь ничего, лишь копируешь последовательность битвы. То есть в прямом взаимодействии с памятью какой-то рандомчик вино мог бы. Но про рандом это сразу тебе говорю, это просто уже чушь какая-то, да, ну бред. Ну, как бы понимаешь, просто ты пытаешься применить старые, как бы, мерки, да, и старые термины к новым понятиям, ну вот. А на самом деле есть новые мерки и новые термины, как бы есть такая вещь, как интеллектуальная собственность. И интеллектуальную собственность можно украсть, ну просто может быть слово не совсем подходящее, незаконно скопировать, вот как бы. Но это именно если тебе с этой точки зрения, вот. А как бы как я отношусь? Ну, нет, если кто-то, вот, ну, например, вот Тор, да, он не может игры покупать, ну, потому что он и так там на трех работах работает, да, но при этом он хочет в игры играть, ну, как бы, ну, я его в этом не могу никак винить, да, ну, поэтому он пиратит, понятно. Но если я понимаю, что я могу, в принципе, недорогие игры покупать, да, в Стиме, и от этого я, ну, как бы ничего, ни в кредит не уйду, ничего такого не случится, да, то как бы я считаю, что ну, в таком случае пиратить это стрёмно. Но опять же, еще как бы у некоторых есть такая позиция, знаешь, типа я спирачу игру, посмотрю, что это за игра, если говно, то я удалю ее, если хорошая, то тогда куплю ее. Это, в принципе, тоже нормальная позиция. Но, правда, я таким так не делаю в основном, но, в принципе, нормальная позиция. Да, и фильмы, и музыка тоже. Нет, пророк, ты получил, а кто-то потерял потенциальную прибыль. Причем, ну, очень даже конкретную, а не косвенную.
Да, мог и рандомно написать. Ну, например, ну не знаю, ну видимо, ну говорю, Инферно, мы уже, по-моему, про это не раз говорили, у нас разные взгляды на это, и как бы я уже говорил, что, ну, каждый, ну, какой у него есть взгляды на это, то есть я как бы не копирайтер, никто такой, чтобы прям это осуждать как-то и бороться, тем более с этим, да, пожалуйста, но вы пираты, ваше дело, как бы, да, но я не какая-то там служба, которая должна за этим следить или что-то такое, но как бы... Например, вот Wings of V, я считаю, ну, пиратить это не очень. Ну, то есть, она стоит недорого, и... Человек старался ее делал очень долго, 3 года ее делал. И она стоит того. Просто, кому не нравится совсем там хардкор и так далее, ну, значит, вам не нравится. Но не причина не покупать игру. Блин, а их походу завертеть можно. Не, пророк, но ну, понимаешь, тут как бы тут психология. То есть, смотри, если, ну, как бы представить, что ты не можешь поиграть в эту игру пиратским способом, да? А, кстати, во многих странах это сложнее, все-таки там как-то более отлавливают такие вещи. Ну, допустим, ты вообще никак не можешь, да, поиграть в нее пиратским способом, то ты либо в нее вообще не играешь, то либо ты купишь в нее и будешь играть. Так что если ты все-таки в таком случае, если ты ее купишь, то тогда, значит, ты ее, ну, как бы, я считаю, должен купить и вот даже если ты можешь спиратить. Я знаю, что изначально включают убытки от пиратства, но тем не менее это моя позиция не меняет. Я говорю, вот если бы Тохо вышли бы в Стиме, я бы все части купил. Я вот вам вот говорю, вот прям, вышли бы Тохо в Стиме, я бы купил бы все части. Но по крайней мере все, которые без точечки точно. Может быть не сразу, и, ну конечно, ну понятно, что если они не будут 60 баксов стоить, но я имею в виду, если адекватная цена будет, я бы купил бы все части. Но я не буду в Японии диск заказывать. Понимаешь, Пророк, если бы все делали как ты и заносили бы студию в белый список только со второго раза, то второго раза бы уже не было, потому что студия бы сразу разорялась. Но если это инди-студия. Но говорят, что Zune зарабатывает на продукции Toho просто колоссальные деньги. Именно не на игре, а на всяких, ну ты понимаешь, аксессуарах там. И прочим, такие деньги зарабатывает, что ему игры делают просто по приколу. А это вообще совершенно не обязательно. Вселенная уже сама живет и приносит деньги, просто сама. Ему ничего не надо делать. Он уже себе обеспечил внукам просто безбедность. Восемь минут еще играем и заканчиваем. Да тут фу ты, ну лол. Его так нельзя заспамить? Не.
А, ровно год прошел. Ну, смотри, Пророк, в принципе, ты можешь посмотреть трейлеры, иногда по трейлеру уже, в принципе, понятно. Во-вторых, бывают демки. Правда, демки в последнее время вроде довольно редко бывают. Ну, например, вот у Сильвера есть демка его игры. Ну, видишь, Инферно, значит, все-таки есть игры, которые стоят, да? Как бы знаешь, а картриджи раньше вообще ты не мог скачать и посмотреть. Ты только покупал картридж и получал то, что получал. Я имею в виду про не про Россию сейчас, а про страны, где лицензионные продавались. Там, по-моему, не было практики вернуть или обменять картридж, мне кажется, потому что там все в упаковках было таких, ну, коробочков. Вряд ли там ты мог вернуть, я думаю. А, видишь, Wings of Eden-ка есть, ну вот. Ну давай, почти без урона. Да ну нахрен, ну просто надо было на платформу попасть. Надо было хоть на эту нижнюю попадать. Ну, включить и показать, да, но только это ты посмотришь очень маленький кусочек, причем начало. А сейчас ты можешь вообще на Ютубе глянуть. Целые трейлеры, прохождение, что хочешь. Особенно если игра вышла давно, относительно. Так что, да, тут как бы... Кажется, я остроту нашел на эту срань. Блин, кажется, остроту нашел. Но на эту срань я остроту не нашел. В смысле спойлеры? А ты как хочешь? Как можно без спойлера понять игру? Ну, Пророк, логика. Ну, ты можешь посмотреть на прохождение, самое начало. То же самое. А как ты еще хочешь? А как можно без спойлера понять игру? Да, это последний мир. А, ну ок. Ну ты и пиратку купил, да, конечно же, я думаю. По вино. Да, буханка. Ну бывает буханка и не очень, да. Можно и не принести деньги. Ну да, вот днище я поддерживаю. Ну, кстати, Пророк, на эту схему жалуются многие инди-разработчики, то, что слишком много возвратов, и, ну, как бы просто
Потому что игра короткая, люди успевают ее пройти и возвращают деньги. Ну, в киоске, ну да, понятно. Тему с уроками замерим. А что, ты уже сделал уроки? Блин, ну короче, страта найдена, пацаны, изи. Ну изи, ну только надо не это. Короче, отменяются 2 минуты. Я пока страту нашел, а хочу попробовать. Стоп, там разве 2 часа, не 2 дня? Блин, да что же он не убил, сука? Блин, что-то в глаз попало, пипец. Ну, 2 недели на возврат. А, 2 часа игрового времени, я понял. Хардкор в глаз попал. Да там не всегда даже программирование особо нужно. В конструкторах-то. Не понял предложение, прихожу на стрим к товарищу и страдаю между совестью и желанием поиграть, а мне дарят игрушку, я что-то не понял мысль. Днище будет. Не скажу когда, но будет. Я уже говорил, что будет. И относительно скоро. Ну, относительно. Ну, то есть, не последняя она, так скажем, в списке, да? Ну, давай же, ну, Багуля, пожалуйста. Просто я в него не дострелил, одну пульку не дострельнул. Да лол, ну на. Ну, винеркел. Я, в принципе, уже говорил, давай не сейчас, я сейчас хочу сконцентрироваться просто. Не знаю, я знаю только, что ему надо направо улететь. В любом случае. А.
А, подарили? Ну, классно, здорово. А ты не стримишь, да? Но сейчас не по стратегии, не по стратегии. А, на Твиче есть канал или только Good Game? Потом зайду как-нибудь. Платформеры я люблю. Да ну, порвался. Что ж такое? Хочу пройти этот момент. Хочу пройти этот момент. Ну просто пройти этот момент. Пожалуйста, пройди этот момент. Боши, помогай. Ну ты же Боши, давай. Шатай всех. Ну а чё, твич-чат, он такой твич-чат. Я вообще год стримил, у меня на твиче ни одного сообщения, наверное, не было. А я наоборот, ну как бы обычно я по будням не стримлю, только если вечером, но плюс в четверг, у меня как бы четверг выходной. А так вот это сейчас исключительный случай, что я вчера стримил и сегодня днем. Это как бы исключение из правил. Еще бы ты был не там, Пека, модератор. Что-то, по-моему, сердечко очень мало для здоровья. Вы не обратили внимания? Плюс 8. А, ну вот, отлично, теперь твое сообщение останется у меня в чате, и я там, ну, нажму это на эту подписку. Я тебя троллю? Никогда. Ты что, разве друзей можно троллить? Ну чё так мало хп? Да ну, ну лол.
Что-то прям вот так вот обидно каждый раз умирать на таком. За Боша можно умирать? Нет, ты что-то путаешь. Ну, это как-то непонятно, почему она то по строте, то не по строте. И он такой огромный, как Ви? Охренеть. Раз уж такое дело. Подписался на Борсенку. Зайду как-нибудь. Если, конечно, время совпадет, потому что не всегда могу тоже смотреть стримы. А Кнок-Кнок все-таки прошла на какую концовку? Когда я заходил, вроде же плохая была, да, насколько я понял. Предсказание от Фабино. Непопулярными играми, это, например, какими? Можешь привести несколько примеров? Ну, понятно. Дэнди, Ори, Трайн, Портал и Ватман. Но Дэнди это же не игра. А Дэнди вообще популярная платформа. Портал это, ну я так понимаю, от Valve, который портал, да? Это тоже довольно популярная. Остальное я не знаю. Фабино торт? Да я думаю, Тор бы уже давно бы съел его, если бы он тортом был. Ну...
А Тор пошел стримить, да? Ну я уже одну знаю. Гостей, в смысле, каких гостей? У меня никого дома нету сейчас, если что. Или кто-то есть. Никого нет. Кошка только и то. Где-то спит, наверное. Блин, урон дурацкий. Не, наверное, при уроне там надо сразу рестартить, но смысл. Ну да, вот, кстати, тоже инферно. Блин, не попал. Тоненький тайминг. Ну, есть такое, борцонка, но как бы... Как бы это не обязательное условие, просто, ну, если такой стрим, то да, он набирает популярность, но это не значит, что без этих условий нельзя популярным быть. Ну, взять вон даже Полин, да, на СК2 ТВ, стримишь популярно и за счет не, то есть далеко за, не за счет тех параметров, которые ты пишешь. Или Нуна тоже просто... А, да, даже без вебки стримит же. Я, да, по-моему, она же вообще с вебкой никогда не стримила. При этом в топе СК2 ТВ постоянно. Просто стримит разные игры. Вот сегодня, например, квест был «Назад в будущее» от Telltale. Хороший, кстати, я прошел в свое время. Так. Фак, yeah! О, я думаю, это никогда не закончится. Я смог. О. Тысяча 400 смертей, 5 часов.
Неужели? Привет, Manpower Zero. О, ща, подождите, у меня руки немного трясутся. Как будто босса прошел, вот я вам говорю. Как будто босса прошел. Да в этой игре я на всех боссов потратил меньше времени. Я на боссов тратил по... Там, 300 смертей, максимум 400. Это только на сложных боссов. А здесь я потратил 1400 смертей на один сейв. А, hello, Manpower Zero. If you don't speak Russian. Что это такое вообще? Так, сейф еще надо 4 раза нажать. А, оу, оу, оу. Это что за батлитоус пошел? Ой. А, там наверху платформа. А, тут надо с той стороны. Ну все, дропчика не будет. Никакого дропчика больше. Не, стоп, это надо направо с той, то есть наверх с правой стороны. Блин. Не, ну все, это фигня, все, мне норм. Это уже пошло так. Ну я правда не знаю, может быть это тоже сложный момент, но... О, микрить всегда легче, чем дурацких врагов убивать в этой игре. Я вот вам говорю, в этой игре самая жопа, это врагов убивать на лету, это вот самая жесть. Спойлерить? А ты до этого спойлерил что ли? Ну давай, удачи, Фубино. Подожди, а ты разве стримить не собирался идти? А, нет, я что-то путаю, да? Ух ты ж. Ну там что-то непросто. Блин, тут как-то очень тонкий прыжок. То есть там непонятно, там как бы я же в шипы врезаюсь. Такое ощущение, что надо в упор подойти и со всей силы прыгнуть. Нет. А мне точно не хватит времени по полетать? А, точно не хватит. Что, эх, сейчас бы боком ди сожрать? А, там надо сразу, все, я понял, крылья использовать, походу. Потому что, как бы, чтобы я не терял силы. Да? Только надо чуть-чуть заранее это делать. Точно, тогда я могу два полноценных прыжка сделать наверх.
Блин, еще раньше. Еще раньше. Там больше застрял, вы видели? Ой, заснул. Надо, короче, еще до платформы начинать. Да, пауза нажалась. Ну, не пауза, вы поняли, меню. Индивис, извини, у меня уже, видимо, мозг не работает, я все равно не понял, о чем ты. Я уже устал. Но я хочу попробовать этот момент все-таки пройти. Блин, там еще надо... А, я, кажется, понял, о чем ты. Ладно, все. Блин, сложно довольно перепрыгнуть. Не, я, по-моему, все, я торможу. Но все равно прогресс просто замечательный. Я планировал за этот стрим, главное пройти тот момент. Оп. Она не прыгается. Через нее нельзя прыгнуть. Тот поворот. Ну, блин, слишком затормозил. Почти, почти. Да, возможно, индивиз, но пока что, видишь, вроде легко. Прогресс идет. А что я сделал? Очень довольно четкий тайминг, когда включить нужно крылья, вот на уровне как бы вот чуть выше шипа там как-то. Довольно тонко. Ну, относительно, конечно. Ну. О, Defender пошел стримить. Удачи, Defender. Что я сейчас сделал? Не, ну как бы я просто думаю, что вряд ли вот этот момент, это вся змейка, да? Там, наверное, еще дальше впереди куча всего. Если там куча всего, то это действительно на следующий стрим останется.
Ну, если вдруг это все, то мы сейчас это пройдем. Но я думаю, что это не все. Ну, вряд ли, да, после такого сложного момента. Ну, я пока не знаю, я планировал ее тоже на стрим пройти. Я только видел, что там очень упоротые ачивки. Не запускать 5 лет игру, эту ачивку невозможно открыть, еще что-то. Блин. Я любитель портала. Фанат. Да ну давай же, ну. Что я сейчас сделал? Если честно, не ждал такой механики в этой игре. Довольно для меня это удивительно. Да лол, ну я же вроде нормально нажимаю. Вот Индивиус, а я понимаю. То есть... как бы, я вообще фанат вселенной Half-Life, портал со всех аспектов. Ну, в смысле, какого хайпа? Это очень популярная, как бы, тема. Ну, как бы, GLaDOS очень, ну... вошла, как бы сказать, оставила след в культуре неплохой. Можно сказать, даже весомый. Ой. Посмотри хотя бы сколько фанатских роликов на ютубе, посмотри вообще по этой игре. Именно не по игре, а фанатских роликов. Ну, то есть, ну ты понял. Не прохождений, а именно каких-то просто всякие приколы там и так далее, и так далее. С портальными пушками тоже. А сколько там на конкурс там этой песни для... ну, короче, там был конкурс такой. На песню Exile надо было снять какой-нибудь клип.
Столько классных работ там прислали. Блин, скушали. Ну, только пару раз скушенного ангела пропустил. В смысле, на стрим? Я завтра на работу, во-первых. А во-вторых, ну, не. Другое дело, если у тебя или у кого-то еще из зрителей в Стиме есть игра Portal 2, и он никогда не запускал кооп, то есть не прошел тест отладки, как это называется, калибровочный тест, ну то есть вообще не запускал кооп, да, то тогда, ну, я готов с вами сыграть, потому что у меня осталась последняя неоткрытая ачивка, это поиграть, ну, то есть я прошел кооп, и после этого мне нужно поиграть с тем, кто не прошел калибровочный тест. Последняя ачивка в Portal 2 не открыта. Ну, только, ну, не на стрим, скорее всего, да, вам это делать. Ну, по крайней мере, не на мой. Если вы стример, то можно на ваш стрим, но... Ну... Как бы она социальная ачивка, да? Говорил, да? Ну я просто не помню. Ну, значит, не купил, видимо, да? Ну, блин, нища. Ну, можно, как бы, знаешь, открыть ачивку эту, это 5 минут, это только калибровочный тест запустить. Не обязательно проходить весь кооп. Ну, это так, если что. Да, Инферно. Где там подкатом? Нет. А, не, вряд ли. Пятитысячный, я думаю, потянет легко. Пятитысячный, это нормально же уже игры тянет. Ну, я имею в виду, по крайней мере. По крайней мере, запускаются. В смысле, на какую ускоренную платформе, Пророк, о чем ты? Я не понимаю. Где подкат? Какой подкат, если тут... Тут подкат только сверху можно сделать. Там снизу нет места для подката, ты о чем? Не, ну днище, пожелание. Это ж пожелание. Нет, так нет. Я не обижаюсь никак и так далее. Мне-то, в принципе, эта ачивка-то, ну, для галочки просто. А, подкатом.
Нет, а у меня подкат не закончится разве? Какого края? Я не понимаю, о ком ты крае вообще говоришь? Да, завтра? С чего ты взял, что завтра будет стрим? Интересно. Ну, ладно, днище забей. Да, конечно, да, тут как бы инферно вообще, то есть это да, очень странно, что ангел не может просто летать, ну, без, ну не бесконечно, но хотя бы несколько минут, да? Ну, это как бы так, ну, условность для игры просто, да? Иначе совсем как-то было бы непонятно. Лалка овер 9000 просто. Просто лалочная лалка. Ну просто... Фейспалмы мне в студию. Спасибо, пророк. Да я боялся подставы какой-нибудь. Сейчас пройдем. Пройдем этот сейф и... ехаем. Я понял, что ты отправил до того, как я попросил. Но все равно. Читаешь мои мысли, будем так это называть. Так, ну давай-ка. Ну, такой дурацкий прыжок. Ну, там, по идее, можно без крыльев, наверное, перепрыгнуть, но мне кажется, это еще сложнее. В принципе, можно порепетировать. Не, а, нет, она там ниже, она же там ниже едет. Это другая ситуация.
Все. Все, пройден этот момент. Желтый сейф. Отлично, все, я рад. Ну что ж, на этом мы заканчиваем. На этой оптимистичной ноте момент пройден. И сегодня неплохо я помучился. Неплохо. Сколько получается сегодня? Ну, 6 часов где-то я в эту игру сегодня играл. Кошмар, кошмар. Как же она выматывает, ужас. Я каждый, на каждом стриме да, это говорю, что она выматывает. Но извините, она правда выматывает. Я просто... Порой сдерживаю эмоции, конечно, сильно, но она прям так и хочет, чтобы я их проявил. Все, всем спасибо, что смотрели, всем удачи, увидимся на следующих стримах, пока.